домашнее видео. Папа не мог устоять. Серьезные думы. Тато, что тут думает? С утра попозже. Сейчас уже ближе к полудню. Но давить подушку дивана. Как бы это вот заснять-то? Вот эту вот, эту мордочку необыкновенную. Привет, Татоша. О чем ты задумался? Гулять еще не скоро. Вчера мы с тобой классно погуляли. Ты до сих пор отдыхаешь, да? Вот такой вот. Вот такой вот человечище. Не человечище это. Это мой внучек, Шевчук, Татоша Шевчук. Вот так он у нас любит лапку под подушку. И о чем-нибудь задуматься так на часок-другой. А если засыпает, то ногами начинает работать. Так, кто-то там побеспокоил его. Отвлек его от нашего репортажа. Ну, Татоня, все, ладно. Все остальное, дети до 16. Всем пока, хорошего настроения.